Добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер, коллеги, партнеры. Дайте мне, пожалуйста, знать в чате, как меня слышно, видно, потому что сегодня по просьбам некоторых людей, которые говорили, что у меня фонит, трещит, я заменил гарнитуру. Вот. Не знаю, стало лучше или хуже. Те из вас, кто бывали иногда на мероприятиях, просто дайте мне понять, лучше или хуже меня стало слышно, чем, допустим, в предыдущие разы. Нет ли фона, нет ли уходящего там звука и так далее. Вот у нас с вами сегодня треск есть, опять есть треск, но вот вы знаете... Ничего не могу сказать, почему это происходит, потому что проверяли в скайпе, гарнитура работает отлично, то есть там видно шумоподавление хорошее, а в этом... Так, потрескивает. Давайте сейчас я постараюсь все-таки сделать что-то с настройками еще раз. Эхоподавление включено. Так, ну я чуть-чуть сделал звук и уменьшил. Возможно, стало немножко лучше. Итак, у нас сегодня очередная презентация, которая расскажет о проекте компании Skyway Capital. Вот. Состоит она также из двух частей. Первая часть нашей презентации сегодня будет рассказ краткий о технологии, причем действительно краткий, потому что, скажем так, все труднее и труднее укладываться там в 45-40 минут и успевать еще рассказать о технологии, об инвестиционных предложениях компании Skyway Capital. В принципе, технологии, они... Подробно рассказаны на сайте, они подробно рассказаны на лендингах нашей компании, в разделе «Инструменты» вы можете найти. Подробно о технологии рассказывается в материалах, которые можно найти на сайте www.unitsky.com. Огромное количество за последнее время вышло видеоматериалов по различным мероприятиям, на которые была представлена наша технология. Но кратко, буквально в двух словах, суть. Да? То есть мы занимаемся инновационно-инвестиционным проектом, который нам позволяет сегодня, точнее, благодаря этому проекту мы выводим на мировой транспортный рынок новую инновационную транспортную технологию под названием Skyway, то есть небесные дороги. Это новая транспортная технология, которая, по сути дела, сегодня насчитывает с момента первых действий в этом направлении порядка 39 лет. Об этом мы с вами тоже поговорим и посмотрим ролик касаемо технологии. Да, но двигаясь по информации нашего сегодняшнего вебинара, нельзя пройти мимо человека, который является организатором всего того, что происходит, это Анатолий Эдуардович Юницкий. Человек, который родился на территории бывшего Советского Союза, в Гомельской области, российский, белорусский, советский предприниматель, изобретатель, ученый, который внедряет свою технологию, которую мы называем сегодня небесные дороги, Skyway, уже на протяжении, как я сказал, 39 лет. За время разработки и внедрения своей технологии у него было большое количество изобретений, ноу-хау, которое он эту технологию применил. Анатолий Эдуардович со своими, скажем так, статьями, ну и в первую очередь, конечно, касаемо транспортной тематики, печатался в различных научных изданиях, у него более 200 научных работ, у него 18 монографий, с большинством из которых вы можете познакомиться на сайте www.unitsky.com, который выделен в рамке на данном слайде. Зайдя на этот сайт, который Анатолий Эдуардович сам называет сайт инженера Юницкого, вы можете найти большой пласт информации технической информации касаемо развития технологий, что она из себя представляет, да, основные моменты. Те, кто любит копаться в физике, в сопромате, формулы хочет найти, там, и почему коэффициент аэродинамического сопротивления именно такой, о котором мы говорим, там, 0,075, да, то есть очень низкий коэффициент аэродинамического сопротивления, соответственно, это позволяет передвигаться на высоких скоростях, затрачивая, скажем так, гораздо меньше энергии, чем это происходит с автомобилями и с другими транспортными средствами, передвигающимися по планете. По поверхности планеты, да, будет сказано. За время разработки и внедрения технологии Анатолий Эдуардович Юницкий дважды руководил проектами Организации Объединенных Наций. Эта структура выделяла дважды гранты на развитие и внедрение технологий. Вот, это было, скажем так, на втором и третьем этапе развития струнных технологий в целом, потому что струнные технологии, если говорить, скажем так, объединяющие все то, что происходит, это не только наземный транспорт второго уровня, который поднят над землей, эстакадного типа, да, то есть это еще и строительство взлетно-посадочных полос, строительство мостов, зданий высотного коттеджного типа, строительство струнных портов, которые вынесены могут быть в акваторию морей, озера, океанов, при этом, скажем так, экономится огромное количество денежных средств, строительных материалов, людских ресурсов, да, времени на создание данных сооружений инфраструктурных. Что еще можно сказать про Анатолия Эдуардовича Юницкого? То, что у него есть три высших образования. Первый из них касаемо транспортной отрасли, инженер транспорта. Второе – направление патентного права и изобретательства. И третье – высшее образование Анатолия Эдуардовича Юницкого – проектирование, строительство высотных зданий, инфраструктурных сооружений. Все три высших образования сегодня, скажем так,
он использует свои технологии, которые называются Skyway. У данной технологии большое количество преимуществ по отношению к тем транспортным системам, если говорить все-таки о транспорте, а мы в первую очередь, скажем так, будем говорить именно о нем, вот, к тем четырем транспортным системам, которые мы с вами используем каждый день. Вот в Москве у нас сегодня, вы видели ролик, который, те, кто пришли немножко раньше, там осень, да, там красивые желтые листья и так далее, вот у нас в Москве листьев не осталось, сегодня идет снег, и по большому счету, просто даже небольшой снегопад начинает, скажем так, вызывать у людей раздражение, является препятствием для передвижения транспорта, но в первую очередь автомобильного, да. То есть наверняка сегодня в Москве будут пробки, которые каждый день и так есть, они будут гораздо больше, люди будут дольше ехать с работы. Тоже касается, скажем так, любые погодные явления, любые изменения климата, резкие, неожиданные, да, влияют на все транспортные системы, которые мы с вами знаем. Это воздушный транспорт, то есть, как правило, сильный ветер, там сильный снегопад, вот, обледенение полосы и так далее. То есть самолеты не летают. Дальше, то же самое, очень сильный ветер, сильный снегопад, автомобили останавливаются. Вплоть до того, что и железнодорожные, скажем так, составы порой из-за сильных снегопадов тоже останавливаются в пути. Не говоря уже, скажем так, о сильном ветре, о серьезных, скажем так, климатических каких-то изменениях, водный транспорт, да, который просто-напросто может утонуть, если это, скажем так, вызывает какую-то бурю, ураган и так далее. То есть все транспортные системы, которые мы сегодня используем, зависят от погоды. Что касается транспорта, который разрабатывает Анатолий Эдуардович Юницкий, компания, которой мы сегодня являемся сотрудники и внедряем этот транспорт, его можно назвать всепогодным. Сильный туман, сильный, скажем так, ураганный боковой ветер, обледенение, да, то есть были проведены большое количество испытаний на третьем этапе развития технологий, когда у Анатолия Эдуардовича был свой собственный полигон в Озерах, мы об этом тоже буквально два слова скажем впереди, намораживалось до 5 см льда на путевую структуру, и транспортное средство на стальных колесах легко взбиралось по этой эстакаде, выдавливая этот лед. Давайте мы сделаем следующим образом. То есть сейчас я вам включу ролик, который расскажет и о технологии, и что из себя представляет компания Skyway Capital, то есть кратко, да, чем она занимается, для чего она была создана. Вот. И дальше мы с вами поговорим еще, расставим точки после данного ролика, да, основные над буковкой И. Пройдем ключевые моменты, вехи, которые были давно, которые были совсем недавно, которые произошли практически вот-вот сейчас в развитии нашего проекта. И перейдем к инвестиционным предложениям компании Skyway Capital, потому что мы сегодня с вами говорим не просто о технологии, которую мы планируем вывести на мировой транспортный рынок, мы еще говорим об инвестиционной возможности. То есть для каждого человека, проживающего неважно в какой стране мира, есть отличная возможность, скажем, вкладывание значительные денежные средства на выходе получить очень серьезный источник дохода, многократно увеличивающийся. Да? И вот эта возможность сегодня предоставляется каждому из вас. Итак, друзья, сейчас мы с вами смотрим ролик. Я с вами ненадолго расстанусь, а потом будем двигаться дальше по информации нашего с вами сегодняшнего вебинара. Немного осталось людей, которые бы совсем не слышали о Skyway. Однако даже те, кто что-то знает, полагают, что это нечто далекое, фантастическое, не имеющее лично к ним никакого отношения. Мы расскажем о технологии Skyway и ее применении, чтобы всем стало ясно, что это дело касается каждого из нас. Что же такое Skyway? Это проект транспортной системы, основанный на применении рельсов особой конструкции, располагающихся над землей. По сути, это похоже на метро, только не подземное, а надземное. Именно такое решение позволит качественно решить проблему перемещения людей и грузов по всей планете. Существующая транспортная система – это самое опасное изобретение за всю историю. Она убивает человека, разрушает почву, загрязняет воздух тяжелыми металлами и ядовитыми веществами. Поднятие путевой структуры над поверхностью Земли исключит столкновение подвижного состава с различными помехами и живыми существами и позволит обеспечить максимальный землеотвод под дорожную инфраструктуру. Транснет станет не только транспортной, но и коммуникационной сетью, по которой эффективно, безопасно и экологично будут перемещаться пассажиры, грузы, энергия и информация. Поэтому сеть Transnet будет настолько эффективной, что способна будет окупить свое создание уже только за счет своей многофункциональности. Струнный транспорт полностью разрабатывается в соответствии с требованиями и стандартами ООН, ЕС и Российской Федерации.
И Министерство транспорта Российской Федерации признало технологию струнного транспорта Юницкого инновационной, перспективной и поручило совместно с отраслевым центром импортозамещающих технологий на транспорте приступить к тестированию. Создателем струнной технологии, положенной в основу Skyway, является ученый-изобретатель Юницкий Анатолий Эдуардович. Почти 40 лет он работал самостоятельно. Но для проведения тщательных конструкторских расчетов и ускорения работы над проектом на базе группы компаний Skyway было создано одноименное проектно-конструкторское предприятие. Сегодня здесь работает около 170 конструкторов, дизайнеров, архитекторов, и штат предприятия постоянно увеличивается. Разработано 4 вида транспорта – легкий, городской, грузовой и высокоскоростной. Городской Skyway Complex – это рельсо-струнная транспортная городская эстакада, юнибус, транспортная инфраструктура, включающая пассажирские станции. Пассажирский транспорт может быть навесной и подвесной. Высокоскоростной Skyway Complex – это высокоскоростная междугородняя рельсо-струнная транспортная эстакада, высокоскоростной междугородний подвижной состав на стальных колесах и транспортная инфраструктура, включающая пассажирские станции. Грузовой Skyway Complex – это рельсо-струнная транспортная эстакада, грузовой подвижной состав Unicar и инфраструктура, включающая автоматизированные погрузочные и разгрузочные терминалы. Может быть подвесным и навесным. Легкий транспорт Unibike – минимизированное подвесное колесное транспортное средство на стальных колесах с возможностью движения от мускульной силы пассажиров в дополнение к бортовым и внешним источникам энергии. Первостепенной задачей для всех нас является завершение строительства демонстрационно-испытательного комплекса технологии Skyway «Эко-технопарка» и осуществить сертификацию. Эко-технопарк – действующий промышленный образец технологии Skyway. В нем будут представлены тестовые участки трех видов транспортно-инфраструктурных комплексов. В конце 2016 года в Берлине прошла международная ярмарка транспортной техники и транспортных систем «Иннотранс», участником которой являлась наша компания. На выставке были представлены два промышленных образца подвижного состава Skyway, Unibus и Unibike. Также на нашем стенде можно было увидеть мотор, колесо и охранный модуль, который предоставляется потребителю в составе интеллектуального ограждения. Уникальные экспонаты вызвали большой интерес как у профессионалов в сфере транспорта, так и у обычных посетителей выставки. Выставочный стенд Skyway стал одним из самых популярных на выставке Innotrans 2016 и вошел в топ 60 самых посещаемых из 4000 стендов. По общему мнению специалистов из разных стран, все представленные технологии являются инновационными, уникальными. По мнению Криса Принципи, американского финансового эксперта и владельца журналов Financial IT и FinFuture, технология Skyway может стать своеобразным интернетом транспортной сферы, соединив в себе не только передовые инженерные наработки, но и важные инструменты влияния на социальную сферу. Улучшение финансового положения граждан за счет снижения стоимости грузовых и пассажирских перевозок. Выставка Innotrans 2016 ознаменовалась рядом важных встреч, в ходе которых о желании сотрудничать заявили представители сразу нескольких крупных компаний, работающих на рынке транспортных услуг. По словам заместителя генерального директора по развитию Skyway Виктора Бабурина, заинтересованность проявили представители индийской железной дороги, делегации из Катара, Германии, Филиппин и других стран. По итогам выставки можно с полной уверенностью заявить, что транспортный мир принял небесные дороги Юницкого, и в скором времени дороги Skyway начнут строиться по всему миру. Многие мировые организации отметили новизну решений и обоснованную пользу струнного транспорта. Технологии уже заинтересовались многие российские, иностранные корпорации, чиновники, предприниматели, крупные инвесторы, финансовые группы, фонды, государства. На данный момент компания получила более 20 предзаказов из разных уголков планеты. Одними из первопроходцев в этой области стали австралийцы. Строительство 500-метрового участка трассы
будет осуществлено на территории университета Флиндерс в городе Аделаида под руководством Рода Хука, экс-главы департамента транспорта и руководителя компании RHA. Для вывода технологий на мировой рынок было принято решение о финансировании проекта методом краунд-инвестинга. Для этого были созданы инвестиционные фонды и компании, специальные платформы, одной из которых является компания Skyway Capital, которая также привлекает средства инвесторов. При этом каждый инвестор компании автоматически становится ее акционером, совладельцем, приобретая собственную долю в компании с большим дисконтом. Для реализации проекта Skyway работа была разбита на 15 этапов – от создания проектной документации до демонстрации заказчикам тестовых экземпляров. Был рассчитан необходимое количество акций, трансфер которых покроет затраты на реализацию каждого этапа. Чем выше порядковый номер этапа, тем ниже размер дисконта, с которым можно получить долю компании. Так как выполнение каждого последующего этапа увеличивает рыночную стоимость технологии, снижает риски и, соответственно, уменьшает размер венчурной премии, бонуса за риск, чем по своей сути является дисконт. Всего людей, принимающих участие в проекте Skyway, более 300 тысяч человек. Присоединяйтесь и вы. Станьте причастным к крупнейшей транспортной корпорации, технологии которой вскоре изменят мир к лучшему. Это важно для каждого. Итак, друзья, практически 8-минутный ролик дал краткую информацию и о технологии, и о той деятельности, которой занимается компания Skyway Capital. Было вкратце в конце сказано, что задача Skyway Capital сегодня – это привлечение инвестиций для реализации необходимых работ, которые нужно провести на каждом этапе развития группы компании Skyway. Всего их существует 15, с 2014 по 2017 год. На каждом этапе необходимо, скажем так, выполнить работу с технической документацией. Потом уже, скажем, речь идет о заказе узлов агрегатов необходимых конструкций для строительства тестового участка на территории Республики Беларусь. Да, и все это происходит, скажем так, на сегодняшний день. Сегодня мы находимся на 8-м этапе развития группы компании Skyway, да, и 10 дней назад был осуществлен переход на 8-й этап, в списке этих 15 этапов, на котором есть действительно свой необходимый объем работ, который нужно финансировать с целью своевременного, скажем так, выполнения этих работ и вывода технологии на мировой транспортный рынок и выйти на мировой инвестиционный рынок с теми долями компании, которые сегодня по методике краудинвестинга может приобрести абсолютно любой человек, проживающий в различных уголках земного шара. Буквально кратко. На вопросы я отвечу в конце, хорошо, по поводу ролика и так далее. Вот. Коллеги, сегодня мы находимся на 4-м этапе развития струнных технологий, если говорить в целом. С момента первой, скажем так, идеи, которая зародилась в голове у Юницкого, идея внеракетного освоения космоса, да, и до сегодняшнего дня. Вот. На 4-м этапе, в 2013 году, Анатолий Эдуардович Юницкий после многочисленных переговоров, которые были проведены с людьми, миром бизнеса, с административным ресурсом целого ряда стран, то есть это чиновники разного уровня, там районные, областные, там республиканские, краевые и так далее, и так далее. К сожалению, переговоры все заходили в тупик, а для того, чтобы продемонстрировать технологию, идею, которая у тебя есть в голове, нужны денежные средства, чтобы создать то, о чем ты говоришь людям, да, бизнесменам, чиновникам, показать это, сертифицировать и дальше уже двигаться в направлении строительства дорог по всему земному шару. Так вот, Анатолий Эдуардович принял решение оценить свою интеллектуальную собственность, она была оценена европейскими независимыми компаниями и агентствами, которые имеют на это лицензию. Была зарегистрирована компания в Великобритании, уставным фондом которой являлась интеллектуальная собственность на сумму свыше 400 миллиардов долларов США. И было предложено абсолютно любому человеку по его мере возможности стать совладельцем технологии, выкупая, приобретая для себя доли компании, да, на очень выгодных условиях, с высоким уровнем доходности. То есть на первом этапе с января 2014 года минимальный уровень доходности составлял 250 раз при умножении денежных средств, которые люди могли инвестировать, и максимальный до 1500 раз. Сегодня все немножко выглядит по-другому, потому что, как вы видели в ролике, рисковость денежных, скажем, вложение денежных средств в наш проект с каждым днем снижается, потому что нам с каждым днем есть все больше, что мы можем показать и продемонстрировать, что мы, в принципе, успешно делали, да, наша компания на выставке Инотранса, о которой шла речь непосредственно в ролике, это было посвящено, скажем так, ну,
около пару минут, потому что наша компания была представлена на крупном форуме на Транс в Берлине, на территории Евросоюза. Форум, который проходит раз в два года, на нем было порядка 2900 экспонентов, да, то есть стендов. Вот. И стенд компании Skyway вошел в 6 десятков самых посещаемых. Это тоже очень важно. Но это четвертый этап. Были первые три. Я буквально кратко скажу, что с 1977 по середину 90-х годов прошлого столетия это был первый этап. Первая заявка на изобретение, первые научные публикации, первая научно-практическая конференция на территории Беларуси, это было в Гомеле. Вот. Признание Федерации космонавтики СССР, грант Советского фонда мира. Это все было на первом этапе развития технологий. Второй этап, середина 90-х, 2000-й, когда Анатолий Эдуардович Юницкий уже имел свою научную школу в Питере, он занимался тем, что осуществил большое количество продувок, то есть испытаний в аэродинамической трубе, с целью придания наиболее обтекаемой формы будущему подвижному составу. В это же время были продемонстрированы действующие физические модели, и те из вас, кто пришел немножко раньше, видели, скажем так, ролик про полигон в озерах, про испытания. То есть эти модели были продемонстрированы большому количеству специалистов из сферы науки, техники и транспорта. Да? Был получен первый грант Организации Объединенных Наций и, по сути дела, на бумаге отработана технология первого поколения, которая получила свое воплощение на практике, эта технология, с 2001 по 2009 год. Именно в это время был создан, построен полигон в подмосковном городе Озера. Спасибо генералу Лебедю, бывшему, да, губернатору Красноярского края, который принял активное участие, поучаствовал, да, в строительстве данного полигона тестового участка, выделив денежную сумму, которая необходима была для начала строительства. Да. На данном тестовом участке технология была продемонстрирована миру. Как я уже сказал, что было проведено большое количество испытаний, отработка, скажем так, целого ряда методик. Специалисты целого ряда структур государственных, которые имеют отношение к транспорту, посещали территорию экотехнопарка, наблюдали за этими испытаниями, давали свои экспертные оценки и заключения. Была отработана технология второго поколения фактически, да, именно на этом этапе были заключены даже государственные контракты на строительство дорог в целом ряде регионов Российской Федерации. Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ. Ульяновская городская администрация активно ратовала за то, чтобы на территории города Ульяновской области строились дороги по технологии, разработанной Юницким. Апогеем всего этого на третьем этапе стал Госсовет, который прошел в Ульяновске. Были губернаторы всех регионов Российской Федерации, министры профильных министерств. Вот. И губернатор Ульяновской области внес предложение развивать технологию Юницкого на территории России с целью обогнать весь земной шар. Ну, в принципе, по-разному отнеслись и руководители регионов, и министры, да. Медведев сказал, что это есть самое, что ни на есть инновация. Было дано распоряжение после окончания Госсовета выделить порядка миллиарда рублей Минтрансу, да, на развитие данной технологии. Хотя Медведев говорил так: хотите развивать свою технологию, ищите деньги развивать. То есть, ради бога, никто вам мешать не будет. К сожалению, после того, как было дано распоряжение Минтрансу о том, чтобы изыскать миллиард рублей, полигонов в подмосковном городе Озеры не стало. То есть буквально через неделю после Госсовета полигон был разобран в клочья, по сути дела, и увезен в неизвестном направлении, как говорит Анатолий Эдуардович Юницкий. Важно, что он не сложил руки, продолжал вести, скажем так, работу в направлении разработки технологий, и то, что мы уже говорили в начале рассказа этапов струнных технологий, да, то, что была оценена, проведена оценка интеллектуальной собственности, и начало работать предприятие под названием Skyway. Да, вот технология, которая сегодня называется «Небесная дорога». Здесь вы видите короткий перечень структур, которые давали свои экспертные оценки и заключения во время существования полигонов в подмосковном городе Озера. Это Институт проблем транспорта Российской академии наук, Сибирское отделение Российской академии транспорта, Госстрой России, Министерство экономики транспорта, Петербургский госуниверситет путей сообщения. То есть структуры, которые непосредственно имеют прямое отношение к транспортной отрасли. Про ООН мы уже говорили. За время разработки и внедрения технологий было получено более 50 патентов на различные ноу-хау, которые Юницкий использует технологии. И на различных форумах, выставках, ярмарках, скажем так, посвященных транспортной тематике, в первую очередь, было получено порядка 40 различных международных дипломов, наград, золотых медалей и кубков. 2014 год стал ключевым в плане, точнее он стал каким? Ну, годом, наверное, закладки фундамента. Да, были сделаны первые инвестиции, привлекались денежные средства с целью дальнейшей реализации строительства, сегодня это называется экотехнопарк. В 2015 году, в январе, группа компаний Skyway определилась с участком земли, да, за который было принято решение бороться. По правилам, по законам Республики Беларусь, а именно там остановил свой взгляд, скажем так, на участок земли Анатолий Эдуардович Юницкий, вот, необходимо было победить в аукционе, который был намечен на 22 июня, что в принципе успешно и состоялось. Бывший танкодром, недалеко от города Марина Горка, в Пуховичском районе,
22 июня был закреплен за компанией «Струнные технологии», которая входит в группу компании SkyWay, генеральным директором ее является Анатолий Эдуардович Юницкий. Долгосрочная аренда 36 гектар в Минской области, да, где сегодня полным ходом идет строительство, и что-то вы даже видели в ролике, который рассказывал о компании SkyWay Capital и о технологии Юницкого. В 2015 году произошло, скажем так, большое количество ключевых событий и целый ряд переговоров в разных странах, в разных уголках земного шара. Это Аравийский полуостров, это Южная Америка. Далее, приезд того же Рода Хука, вы видели, да, человек, который сегодня возглавляет нашу австралийскую компанию. Это было в сентябре. Вот. В июле месяце состоялось первое, с чего началось, какие работы на территории экотехнопарка. Это субботник 17 июля, на котором лично мне удалось, скажем так, довелось присутствовать, да. И в дальнейшем начались первые изыскательские работы, и потом пошло развитие, скажем так, строительство того, что на сегодняшний день развивается и каждый день, скажем так, строится на территории экотехнопарка. Мы очень близки уже к тому, чтобы показывать действующие модели, промышленные модели, точнее, правильно сказать, промышленные образцы транспорта, да, на территории экотехнопарка. Также в 2015 году, в октябре месяце, состоялась процедура закладки нулевого километра дороги SkyWay, вы видите внизу на данном слайде. Также группа компаний SkyWay приняла участие в тендере, который в рамках программы «Зеленая экономика Республики Беларусь» принимала участие там несколько десятков проектов, ну и порядка на два десятка из них была разбита сумма в размере 5 миллионов евро. То есть часть денег пришло и оттуда. Но основные, скажем так, денежные средства к нам приходили и приходят посредством краудинвестинга, да, посредством того, что люди инвестируют, становятся совладельцами технологий. Юницкий сегодня с ними делится фактически своей собственностью технологии. И каждый из вас владеет этой технологией в дальнейшем, да, когда будут строиться дороги в разных уголках земного шара, дороги начнут приносить прибыль. Если вы пакеты долей компании додержите до того времени, то вы будете получать дивиденды от прибыли, как это прописано в инвестиционном меморандуме группы компании SkyWay. Что еще отметить по 2015 году можно? Это принятие решения об использовании нового инвестиционного инструмента. Это он называется просто приобретение пакетов долей компании в рассрочку. Выгодно инвесторам, которые могут незначительные деньги инвестировать ежемесячно в наш проект, а на выходе получать солидные пакеты долей компании. Да? И выгодно компании, потому что там на 8, на 9, на 10 месяцев вперед мы можем видеть, какие денежные средства будут приходить в наш проект с целью выполнения тех самых работ, которые нужно выполнять на каждом этапе развития группы компании SkyWay. То есть это как бы взаимовыгодное движение. И с конца ноября были осуществлены первые инвестиции именно по рассрочке. Сегодня процентов, наверное, 90 приобретаемых пакетов долей компании – это движение по рассрочке. Далее, 16-й год вы видели в ролике, это признание технологии Министерством транспорта Российской Федерации как инновационной, признание ее как перспективной в использовании на территории Российской Федерации. В начале года Анатолий Дарович написал письмо Дмитрию Медведеву, в котором поблагодарил его за то, что он обратил внимание на Госсовете в 2009 году, что вот есть такая технология, да, и как бы так ратовал за ее развитие, и пригласил его на территорию Республики Беларусь, недалеко от города Марьиногорка, приехать в этом году и лично убедиться, чего мы достигли. И он сказал, что главный вопрос, который вы тогда задали, найдете деньги, строите, мы его решили. Далее, в планах компании на 2016 год было построить городскую трассу SkyWay, то есть образец, да, километровый участок, вот, то есть продемонстрировать возможности городского транспорта, который будет передвигаться со скоростью до 150 км в час. Легкая трасса SkyWay, грузовой, сегодня строится транспорт, то есть там будет и погрузочно-разгрузочный терминал, и, скажем так, путевая структура и движущийся грузовой юникар. В 2017 году планируется продлить участок земли на 15 километров, то есть сейчас ведутся работы и переговоры о выделении данного участка земли. И если вы внимательно смотрели, тот, кто пришел немного раньше, ролик, в котором было показано посещение выставки под названием «Транспорт и логистика 2016» или «Белорусской транспортной недели», первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь был на нашем стенде, и Анатолий Эдуардович Юницкий, скажем так, ну, заручился поддержкой в плане того, что будут ходатайствовать о выделении земли нам на продление 15-километрового участка земли. Далее, в 2016 году уже прошли такие мероприятия, как экофестиваль в апреле месяце, на котором было более 700 наших инвесторов, которые лично смогли убедиться в том, что работы ведутся, что те деньги, которые они проинвестировали с 2014, с 2015 года, они не были никуда положены там в какую-то кубышку, да, они никуда не лежат в банках, не приращиваются там какой-то процент, они сразу идут на реализацию, на строительство, на, скажем так, заказ необходимых узлов, агрегатов и строительных конструкций с целью, скажем, как можно более быстрого
создание трех участков на территории экотехнопарка, демонстрация возможностей транспорта Skyway и сертификация всех трех видов транспорта с целью выхода на мировой транспортный рынок. Инотранс. В ролике вы видели, скажем, подробно рассказывалась видеоинформация. Здесь вы видите фотографии, то есть действительно большое количество людей присутствовали всегда на стенде нашей компании. Вот. В ролике, скажем так, мельком сказано было о том, что помимо мероприятия, которое прошло в Берлине, в Минске состоялось две выставки, на которых принимал участие специалисты компании «Струнные технологии», которые относятся к группе компании Skyway. То есть это белорусская транспортная неделя, на которой были представлены компании из Австрии, Латвии, Литвы, Польши, России, Украины, Франции, Швеции. Вот. Был там наш стенд, который посещал и министр транспорта Белоруссии, Польши и Литвы, да, помимо первого вице-премьера. Было большое количество гостей, было большое количество видеоматериалов, которые, я думаю, большинство из вас видели. Далее, буквально на следующей неделе, после того, как закончилась выставка «Транспорт и логистика», то есть после выходных началась другая выставка, это Белорусский энергетический экологический форум, который проходил там же, в крытом манеже, на проспекте Победителей в городе Минске. Вот, кстати, место очень красивое, даже если вы просто будете там когда-то в городе Минске рядом с крытым манежем, то просто радует глаз. Там есть водная гладь, там есть деревья, ну и в принципе сам по себе проспект, необычное здание, то есть ни одного здания похожего друг на друга нет. Ну, радует. На этом форуме присутствовали, скажем так, компании из 14 стран, то есть, ну, конечно, Беларусь, Австрия, Германия, Дания, Италия, вы видите на слайде, здесь они прописаны. Вот. Министр экономики, министр, точнее, энергетики Республики Беларусь тоже посетил наш стенд и сказал, что будет оказывать всемирную поддержку развитию нашего проекта. То есть очень порадовался, что в Беларуси есть такая технология. Наша технология сегодня позиционируется как белорусская. Далее, параллельно проходил форум в Мельбурне «Интеллектуальные транспортные системы», причем в данном форуме могли принять участие только те компании, которые, скажем так, ориентированы на беспилотный транспорт, да, то есть транспорт, который будет передвигаться в автоматическом режиме. Как раз под этот транспорт попадает технология Skyway, потому что вы знаете, что одна из характеристик – это полная автоматизация передвижения транспортных средств. Нашу компанию представлял на данном форуме Род Хук, как глава австралийской компании, и компания Auricon, которая взялась за сопровождение нашего проекта, которая нам помогает всемирно с целью внедрения данной технологии на территории австралийского континента. Компания, которая занималась и принимала участие в проекте по возведению самого высокого небоскреба пока на сегодня, это Бурдж-Халифа. Вот. Плюс ко всему, в 2016 году, да, летом, в июне, Род Хук привез специалистов компании Auricon нам на территорию конструкторских бюро, то есть люди приехали, воочию убедились, что это, скажем так, не просто что-то на бумаге, да, а реально, скажем так, происходящее сегодня событие, то есть что есть конструкторское бюро, есть действительно генеральный конструктор, есть, скажем так, человек, который внедряет свою идею, и с большим воодушевлением специалисты этой компании взялись за реализацию нашего проекта на территории австралийского континента. Средства массовой информации, то есть фактически каждый день уже в каком-либо средстве массовой информации дается какая-то статья, да, там выдержка о технологии Skyway. Это печатные СМИ, это интернет-издания, это видеоинформация на различных телевизионных каналах, это различные радиостанции. И вот буквально события, в принципе, происходят каждый день проходят какие-то переговоры, то есть Виктор Бабурин, которого вы видите внизу, это заместитель генерального директора по развитию сегодня, да, вот, он посещал территорию африканской страны под названием Танзания, это было летом, по-моему, в июне или в июле месяце, да, и там технология была представлена как белорусская, то есть развитие Танзании, ее транспортной инфраструктуры, потому что на территории Танзании есть целый ряд направлений, которые нужно развивать, это, скажем так, и добыча руды, это добыча там алмазов, и еще, скажем, целый ряд направлений, но транспортная инфраструктура прихрамывает. И вот тогда было впервые представлена технология, которая может решить целый ряд проблем, связанных именно с транспортной отраслью. И вот буквально в конце прошлой недели представители Танзании, да, приехали, скажем так, с ответным визитом. Были переговоры Анатолий Дарчуницкий, Виктор Бабурин и специалисты, которые живут, ну, по сути дела, экваториальное государство африканское, да, решали вопросы, как мы будем взаимодействовать для того, чтобы использовать данную технологию на территории того государства. Далее, средства массовой информации. Выделены здесь, скажем, три таких ярких момента. Первое, что на территории Беларуси действительно, скажем так, технология признана фактически с точки зрения государства, да, и средств массовой информации, потому что был канал «Беларусь-1», который делал передачу трехминутную в итогах дня. То есть корреспондент приезжал на территорию
экотехнопарка, общался с Анатолием Эдуардовичем Иницким, посещал наше конструкторское бюро, все это было показано по телевизору. Вот. Далее, Тутбай, это портал, интернет-портал, который есть в Беларуси, он напоминает, скажем так, собой, как вот такие порталы, как Mail.ru, Яндекс, там Рамблер и так далее, и так далее. То есть была большая статья перед выставкой «Транспорт и логистика 2016», в которой рассказывалось, что белорусская технология небесных дорог была представлена на международном форуме «Натранс», вот, успешно очень, и эта, скажем так, технология тоже принимает участие в выставке «Транспорт и логистика 2016». РЖД-партнер за 4 дня выставки «Инотранс» трижды делал публикации касаемо технологии, и потом после окончания «Инотранс» еще дважды давалась информация в РЖД-партнере. Одна из них – это информация, подробно развернутое интервью с Анатолием Эдуардовичем Леницким. Вы видели в ролике человека, который фигурировал как финансовый эксперт, Крис Принципи, владелец двух журналов «Финфьючер» и «Financial IT». Да, Financial, да, вот. И он там представил, что технология Skyway напоминает, как вот интернет в мире, скажем так, коммуникации, да, то есть вот именно такое явление. Действительно, если мы с вами посмотрим немножко по сторонам, то технология интернета 20 лет назад буквально взорвала, да, общество. Внедрение этой технологии изменило мир полностью. То есть мы с вами, скажем так, сегодня стали являться зарождением огромного количества новых профессий, устройств, появилось огромное количество новых предприятий, выпускающие устройства, которые, скажем так, выходят в интернет и так далее, и так далее, и так далее. В принципе, все то же самое будет происходить, когда мы будем внедрять, вот уже в недалеком будущем, технологию Skyway. Добавится, скажем так, огромное количество высококвалифицированных рабочих мест. Те страны, в которых будут строиться дороги по этой технологии, выиграют, потому что средний уровень жизни населения в этих странах значительно вырастет. Итак, коллеги, по технологии мы с вами поговорили. В принципе, о ней можно говорить много, долго. Да, но у нас нет такой цели. По сути дела, презентация направлена на то, чтобы донести первичную информацию до людей, которым интересно разобраться все-таки, что из себя представляет наш проект. И, как правило, сама презентация служит инструментом для вас, чтобы вы могли на нее приглашать своих друзей, знакомых, которым может быть интересна тема инноваций, инвестиций, да, скажем так, утилизации собственного свободного времени, потому что у нас большое количество людей, относящихся, скажем так, к мудрому возрасту, да, которые, вот, например, на пенсии. Потом есть молодежь, которой не безразлична будущая планета, да, которым интересны проекты, связанные с инновациями. Люди, которые интересуются, скажем так, приумножением своих денежных средств, пожалуйста. То есть огромный, скажем, такой широкий спектр различных возможностей открывается при сотрудничестве с нашей компанией. Сама компания является официальным партнером группы компаний Skyway по привлечению инвестиций, зарегистрирована в Великобритании, вот, и работает по методике краудинвестинга, как когда-то работала компания RSV System, то есть та, которая начала привлекать инвестиции в 2014 году. Задача – это привлечь максимальное количество инвестиций с целью реализации данной технологии, выполнения четкого плана работ по каждому этапу развития группы компании Skyway и привлечение этих инвестиций на базе, на основе микрофинансирования. То есть предоставление людям возможности, даже незначительно инвестировав в денежные средства, в итоге стать совладельцами крупной доли, скажем так, акций нашей компании в будущем. Да? То есть когда мы выйдем на рынок инвестиций в будущем, то есть это будет уже полноценная акция. Задачи какие еще стоят? Это создать благоприятные условия для каждого из вас, то есть чтобы вы могли, скажем так, в удобное время, в удобном месте выйти, разобраться в информации, задать вопросы, которые у вас есть, получить ответы и сделать шаг, разобравшись, каким образом вы можете стать совладельцем этих долей, какие шаги вам нужно предпринять, они в принципе достаточно простые. У нас есть отдел информационной поддержки, который с удовольствием вам поможет в этом разобраться. Есть службы технической поддержки на сайте, которую вы можете просто кликнуть, задать свои вопросы, которые у вас есть. Ну и, конечно же, наша задача в дальнейшем, когда вы становитесь нашим клиентом, либо партнером полноценным, инвестором, да, сопровождать вас полностью в информационном русле держать, то есть давать вам все последние новости развития технологий, нашего проекта и так далее, и так далее. То есть чтобы вы были в курсе, что у нас происходит, и понимали, что вы, скажем так, сделали правильный выбор в свое время и стали инвестором очень перспективного, и в ближайшее время уже реализуем проект. У нас есть несколько возможностей. По сути дела, они есть на каждый вкус, на каждый кошелек, как мы говорим. Да? То есть любой человек, который обладает на сегодняшний день суммой меньше 1000 рублей, российских, я вот говорю, я в России просто нахожусь, имеет возможность стать совладельцем пусть небольшой доли, но той доли, которая в дальнейшем может превратиться в большой-большой портфель инвестиций в нашем проекте при определенных условиях и обстоятельствах. Да? Все достаточно просто. Каждый пакет, который вы видите здесь, да, он имеет свою стоимость и имеет уровень доходности, так называемый дисконт. Так вот сегодня
минимальный, скажем так, уровень доходности на пакете стоимостью меньше 1000 рублей, 15 долларов США, 30 раз. Я вам говорил там несколько минут назад, что в 2014 году в январе минимальный уровень доходности составлял 250 раз. Тогда уровень риска был очень высок. Да? Тогда вообще никто как бы так никому ничего не обещал, не говорил, что мы вот что-то там начнем строить и так далее. Дойдем ли мы до этого? Да? Сегодня мы уже строим, сегодня мы уже демонстрируем действующий промышленный, скажем так, образец транспортного средства. И в ближайшее время будем демонстрировать его в действии. Это произойдет, высока вероятность, уже в ноябре месяце. Вот в ближайшее время. Каждый последующий пакет имеет больший уровень доходности. Да? Ну и большую стоимость. То есть получается такая картина, если вы приобретаете, например, пакет стоимостью 200 долларов, да, то уровень доходности этого пакета будет составлять 90 раз. На минимальном пакете в 30 раз ваши денежные средства могут возрасти. На пакете стоимостью 200 долларов США в эквиваленте уже возрастает 90. Пакет, который стоит 1000 долларов, да, если мы говорим об инвестициях, потому что есть огромное количество людей, проживающих на территории страны СНГ и всего мира, которые, возможно, даже никогда никуда не инвестировали, читали какие-то книжки по финансовой грамотности и говорят, что вот инвестиция меньше там, 10 тысяч рублей, таких вообще не бывает. Да? То есть она не может там, приносить большие деньги и так далее, и так далее. Но, как показывает практика, уровень доходности на пакете даже в 1000 долларов, он составляет 150 раз. Сейчас, одну секунду, я просто погашу свой скайп, чтобы он нам не мешал. Итак, коллеги, то есть это стандартный прайс-лист, который вы видите на своем экране. То есть вы можете приобретать эти пакеты, вы можете рекомендовать эту возможность людям, которые вас окружают, и люди становятся совладельцами пакетов долей компании, участником нашего проекта. У нас есть пакеты, как мы говорили, приобретаемые в рассрочку. Они очень выгодны, потому что на них дисконт, скажем так, ну, скажем, довольно приемлемый, и вы, инвестируя незначительные деньги, например, 25 долларов на протяжении 10 месяцев, рассрочку, кстати, вы можете погасить раньше, на выходе получаете 22,5 тысячи долей компании Skyway Capital. Предполагаемая цена каждой доли по окончании, скажем, 15 этапов развития группы компании Skyway и выхода на мировой рынок – 1 доллар США. То есть, соответственно, вы сегодня 25 долларов на 10, 250 долларов вы выплачиваете в рассрочку, на выходе получаете 22,5 тысячи. Каждый последующий пакет, название «Сеньор», «Стабильный бизнес», да, то есть уровень доходности выше на пакете дисконт. Ну и правда ежемесячные инвестиции тоже. 50, 100, 200. Есть дополнительные условия, которые сегодня звучат таким образом. Если по вашей рекомендации, после того, как вы открыли эту рассрочку, да, вот начали ее оплачивать, в течение 30 дней приходят два человека и покупают пакеты стоимостью от 25 долларов и выше, вам еще дополнительно будет начислено от 5 до 63 тысяч долей компании. Есть пакет бизнес, которого не было на предыдущих этапах, бизнес-старт. Это рассрочка на 2 месяца по 300 долларов США. Если вы делаете двойной платеж в течение суток, не позднее, чем 24 часа второй после первого платежа, вам дополнительно к 75 тысячам долей компании, которые вы приобретаете благодаря данной рассрочке, будет начислено еще 24 тысячи. Есть пакеты долей компании большего номинала в рассрочку, которые в принципе были введены по просьбе наших инвесторов из Европы, где очень активно сейчас развивается наш проект. Номинал этих пакетов от 500 до 5000 долларов, да, в месяц люди готовы оплачивать. Но на выходе уже люди получают миллионы долей компании. От 1 150 000 тысяч до 14 миллионов на большем пакете. Это вот нижняя линейка. Есть возможность приобрести пакеты в рассрочку на своих несовершеннолетних детей. То есть это пакет номиналом 65 долларов, либо 150 на 9 месяцев. Если вы ее выплачиваете, то по окончанию выплаты вы заполняете анкету на ребенка, на которого вы приобрели данный пакет, и на себя как опекуна данного человека. То есть ваше чадо, да, стало совладельцем долей компании, группы компании Skyway, и в принципе совладельцем в ближайшее время, как заявляет Анатолий Эдуардович Чуницкий, да, крупнейшей транспортной компании, доля которой на рынке транспортном будет составлять от 30 до 50%. На транспортном рынке сегодня крутится большое-большое количество денег, то есть многие миллиарды, триллионы долларов. Емкость этого рынка гораздо выше, чем рынка IT-технологий, к которому мы с вами в принципе привыкли. Да? То есть у всех там почти есть мобильные телефоны, планшеты, смартфоны, устройства для выхода в интернет, компьютеры, ноутбуки и так далее, и так далее. Так вот, транспорт нам нужен гораздо больше, чем iPad или iPhone. Зачастую. Нам надо передвигаться. Пока iPad и iPhone не умеют нас перемещать, да, из одного места в другое. Может быть, со временем научат телепортировать. Не знаю.
Далее, у нас есть три пакета под названием мультипликатор. То есть они, в принципе, выгодны всем, но особенно тем людям, у кого уже до сегодняшнего дня есть большое количество долей компании в личном кабинете компании Skyway Capital. Может быть, 500 тысяч, миллион, там, 3 миллиона и так далее. Если вы покупаете пакет на 10 месяцев стоимостью $100 ежемесячной оплаты в рассрочку, то есть это суммарно $1000, на выходе вы получите 140 тысяч долей компании. Но эти 140 тысяч приплюсуются ко всем тем долям, которые у вас уже есть, и на всю эту сумму дополнительно будет начислен 1%. Если вы выбираете пакет стоимостью $250, да, то, соответственно, на всю сумму 475 тысяч плюс то, что у вас есть, будет начислено еще 2%. На пакете $500 ежемесячно на 10 месяцев, если вы будете оплачивать, на всю сумму, то есть к 1 150 000 долей, плюс то, что у вас есть в личном кабинете, будет добавлено 3%. То есть довольно интересные, выгодные пакеты. У нас снова действуют пакеты на транс, только он не 4 месяца, теперь и на 3. Первоначальный дисконт на нем такой же, как в стандартном прайс-листе. 150 раз возрастают ваши инвестиции, если вы уплачиваете $1000, да? Но если вы не позднее, чем через месяц заплатите еще раз $1000 по схеме движения по пакету Инотранс, вам уже будет начислено 200 тысяч акций, то есть дисконт будет 1 в 100. И третий месяц, если вы это сделаете, то еще 250 тысяч. То есть суммарно вы получаете 600 тысяч долей нашей компании. Далее, у нас есть пакеты для покупки разового платежа большого номинала. Это 5 тысяч, 10 тысяч, 25 тысяч и $50 000 с возможной высадкой деревьев на территории экотехнопарка. Дерево редкой породы с вашей именной табличкой. То есть вы можете приехать и это получить. Кстати, пакет Инотранс также будет подарен, будет прикреплен ценный подарок. И есть пакеты для тех людей, которые пришли в наш проект, которые, скажем так, поверили в технологию, которые сами стали владельцами, да, какого-либо пакета долей компании, и которые помогают нам популяризировать проект и доносят информацию до своего окружения. То есть делятся с тем, что есть возможность стать инвестором, стать совладельцем технологии, принять участие в интересном проекте, приложить свои физические, моральные, духовные усилия для того, чтобы реализовался этот проект и жизнь, скажем так, на планете Земля стала лучше. Вот. Для тех людей, которые развивают партнерскую программу, партнерскую структуру, точнее, по маркетинг-плану компании Skyway Capital, есть отдельные пакеты, которые можно приобретать только на денежные средства, которые вам начисляются на бонусный счет. То есть вы строите партнерскую структуру, вам начисляется процент инвестиций, которые делает ваша команда, и вот эти деньги вы можете использовать при приобретении пакетов долей компании за 250, 400, 1000 и $1800 США. С хорошим дисконтом. Вот. То есть это как бы дополнительный подарок для тех людей, которые помогают нам развиваться. По сути дела, любой может принять участие в создании своей партнерской структуры, то есть строить бизнес по партнерской программе компании Skyway Capital и создать свой собственный бизнес еще до момента выхода группы компании Skyway с технологией и с пакетами долей компании на рынки транспорта и рынок инвестиций. То есть партнерская программа, которая позволяет вам, не ворочая мешков, не делая тяжелых каких-то физических упражнений, да, то есть не надо ничего перетаскивать, перекатывать и так далее, просто работать в информационном поле, доносить людям информацию о том, что есть такая технология, есть такой проект, есть возможность зарабатывать сейчас, есть возможность самореализоваться и прочее. И вы, когда помогаете нам привлекать инвестиции, то компания вам выплачивает вплоть до 24 уровня глубины вашей партнерской структуры от 0,1 до 20% от привлекаемых инвестиций. Непосредственно 20% вы можете зарабатывать, если дошли до высшей ступеньки карьеры по нашему маркетинг-плану. У нас их 6, да, и если вы, скажем так, ну, делаете ряд определенных шагов, о которых мы рассказываем непосредственно на партнерской программе. Вас никто не ограничивает в количестве людей, которых вы можете за собой пригласить. С определенного этапа достижения квалификации лидер, да, это третья ступенька карьеры, вам помимо бонусного счета денежные средства начисляются еще на акционную. С акционного счета вы можете просто приобретать себе пакеты долей компании в разделе стандартного прайс-листа. То есть таким образом, даже если вы $15 проинвестировали в наш проект, в дальнейшем вы акционные деньги можете использовать на приобретение пакетов долей компании и выращивание того самого портфеля инвестиций в наш проект. Для тех, кто развивает партнерскую программу, в личном кабинете есть инструменты. Я не могу сказать, что они там 100% перекрывают все потребности для того, чтобы ваша партнерская структура строилась быстро, динамично, да, и вы зарабатывали большие деньги, но тем не менее, если вы будете грамотно использовать данные инструменты и просто, то есть это план вознаграждения, который можно доносить своему окружению, скачав его на свой компьютер и прочитав описание, это реферальные ссылки, благодаря которым регистрируются первые ваши потенциальные партнеры, да, вам все равно нужно будет отправить их через интернет, либо по почте, либо в скайпе, либо, скажем так, в любом другом мессенджере, либо в соцсетях.
Это баннеры для тех людей, которые, ну, скажем так, не боятся, либо умеют строить бизнес в интернете. Называется инфобизнес, да? Эти баннеры вы можете размещать на своих интернет-страницах, сайты, блоги. Они стоят там 24 часа, они там моргают, меняется картинка, привлекают людей. Как это бывает, люди могут нажать на этот баннер, перейти на интернет-ресурсы нашей компании, ознакомиться с информацией, нажать кнопку «Регистрация», и они таким образом станут вашими партнерами, потому что к баннеру из личного кабинета прикреплена ваша реферальная ссылка. То же самое происходит, если вы отправляете в социальные сети новости из личного кабинета, из раздела «События». К каждой этой новости прикреплена ваша реферальная ссылка. Если вы есть там в Фейсбуке, в Твиттере, в моем мире, в Одноклассниках, вы просто выкладываете эту, делитесь этой информацией на свою страничку, какое-то количество людей из вашей, из списка ваших друзей, из списка, скажем так, людей, находящихся в тех группах, где есть вы, могут перейти по этой информации, ознакомиться с ней, нажать кнопку регистрации, стать вашими реферальными партнерами. К инструментам у нас относится вот такое мероприятие, которое проходит сейчас. Живые презентации, проходящие в городах, странах, различных уголках земного шара сегодня. Огромное количество мероприятий проходит. Вебинары, которых каждый день там от 3 до десятка порой, да, на целом ряде языков. То есть сегодня уже порядка десятка языков, на которых у нас проходят вебинары. Вот. Это различные промо-акции, которые проходят в нашей компании. Мы обычно о них сообщаем максимальным количеством способов, то есть смс-рассылка, рассылка по почте, выкладываем информацию на сайте, то есть было бы желание за этим всем следить. Да? И хотя бы открывать письма на почте, которые у вас есть. Далее, расписание мероприятий живых и онлайн вы можете найти в разделе «События. Расписание вебинаров». Там есть две таблицы. В одной из них вы можете найти время, которое вы можете посетить, там ведущего мероприятия, ссылку себе записать, скопировать и потом в то время, которое указано, зайти на данное мероприятие. Да? Либо даже не надо ничего копировать, в тот день, который вы себе запланировали, заходите в личный кабинет, кликаете по ссылке, переходите на страницу, где вписываете свой электронный адрес, и как ваше имя, там, либо имя, фамилию, как некоторые пишут. Да? Кто-то пишет имя, там, регион. Вы попадаете на мероприятие, слушаете информацию. Приглашайте таким образом, кстати, людей, которые вас окружают, чтобы они тоже получили информацию. Таблица с живыми презентациями, там указан город, в котором они проходят. Фамилия ведущего и телефон – это внутри личного кабинета. На сайте Юницкого, который я выделял в начале нашего вебинара, каждую неделю, в начале недели выходит расписание, в котором мы указываем точный адрес и время начала проведения мероприятий по городам и странам. Ну, в первую очередь, конечно же, это топ-лидеры тех городов, которые с нами этой информацией поделились. То есть вам даже не надо будет никому звонить, вы будете видеть, во сколько и по какому адресу в этом городе будет проходить мероприятие. У вас там могут быть родные, близкие, друзья, знакомые, коллеги по работе бывшие, там, партнеры по бизнесу и так далее. И вы можете их пригласить на живое мероприятие, они могут послушать информацию, получить ответы на свои вопросы. Даже порой, скажем так, кто-то задает вопрос, а такой же вопрос был в голове вашего знакомого. Он приходит домой, связывается с вами и может стать вашим потенциальным партнером и реальным партнером, да? Но в целом, в принципе, вот то, что я рассказал за последние там, ну пусть 40 минут, 45, действительно отличная возможность каждому из вас принять участие в крупном инновационном, инвестиционном проекте, приложить свои физические, духовные, моральные усилия, да, развиться самому, вот, и помочь развиться огромному количеству людей, добиться успеха в этой жизни, да, стать финансово обеспеченными, обеспечить свои семьи и так далее, и так далее. Здесь есть огромное количество вариантов, что вы можете получить на выходе. Да, если примете участие вместе с нами в нашем проекте. Ну и просто даже если вы поможете нам, сделав какую-то инвестицию, да, никому не рассказывая о проекте, станете совладельцами какого-то пакета долей компании, в будущем получите доход, вы уже сделаете серьезное дело, потому что вы поможете нам привлечь в наш проект какое-то количество денег. Эти деньги пойдут на строительство экотехнопарка, демонстрацию транспорта, сертификацию его и выход нас на мировой транспортный рынок. В принципе, информация у меня вся. На данном слайде наши координаты в городе Москва. Добавлю еще, наверное, следующее, то, что 8 ноября в городе Москва, 19:30, по адресу Стремянный переулок 11, гостиница «Татьяна», пройдет мероприятие под названием «Презентация компании Skyway Capital». На нем мы даем информацию, делимся последними новостями, рассказываем об инвестиционных возможностях и разыгрываем три приза. Две книжки Юницкого «Небесные дороги» в полном варианте, в сокращенном варианте, и сертификат на 1000 долей компании. То есть, в принципе, любой человек может прийти, выиграть этот сертификат, даже если он еще даже не зарегистрирован. В принципе, получив данный сертификат, вы понимаете, у человека, по большому счету, одна дорога зарегистрироваться и хотя бы, да, этот сертификат оформить. А в дальнейшем может разобраться в проекте, он станет вашим активным партнером.
Я смотрю, что здесь задавали вопросы по поводу, можно ссылку на это видео и так далее, и так далее. Коллеги, давайте я сделаю следующее. То есть, чтобы вы легко, вы взрослые все люди, да, вы легко можете, скажем так, находить информацию, я это предполагаю. Да? Поэтому я вам сейчас даю ссылку на канал, видеоканал. Вот на прошлой неделе у нас состоялось мероприятие в среду. То есть мы как бы немножко поговорили о проекте в среду, и на этом мероприятии в среду я давал информацию о том, что как можно скачать ролики, где их взять, где их можно найти, касаемо их развития нашего проекта, как их себе получить на компьютер, эти ролики, да, и как, скажем так, вплоть до того, что в видеоформате себе снять, потом можно сделать аудиодорожку отдельно, да, записать себе информацию, которую вы хотите просто усвоить, чтобы потом легко ее доносить, то есть эту аудиодорожку занести себе там на смартфон, на свой планшет, может быть, и передвигаясь где-то в транспорте, вы можете просто-напросто, ну, вот, наверное, учиться, да, то есть просто запоминать то, что необходимо доносить до людей. Все это сделать очень просто. Вот это канал компании Skyway Capital, вот. И сейчас я вам дам еще канал наших вебинаров, да, то есть именно на этом канале вебинаров вы можете найти информацию, касаемую, так, видео, главное, да, я зашел на сайт компании Skyway Capital, то есть, в принципе, у нас есть канал, который называется вебинарный канал, и там вы можете найти запись мероприятия, которое было у нас в среду и в пятницу. В пятницу на маркетинг-плане я тоже показал, как сделать простые шаги. И сейчас я вам дам ссылку на Skyway Webinars. Вот. Вот она. То есть вот на этом канале вы можете найти запись мероприятий пятничной и среды. Они в моем плейлисте там есть, то есть это все легко найти. Вот. И вы станете, как я говорю, взрослым человеком, который может сам все легко найти и еще поделиться этой информацией с окружающими людьми. Слышали, да, наверное, поговорку? Помните, что, точнее, интересную историю, притчу, как угодно назовите, да, что вот повадился человек, который ничего не имел, ходить на берег реки, на котором рыбаки ловили рыбу, да? И вот он подходил к рыбаку, говорит, вот я бедный, у меня ничего нет. Вот. Ты не мог бы мне дать рыбу? Первый дал ему рыбу. На следующий день второй тоже дал рыбу, а на третий день третий рыбак взял и дал ему удочку. Вот эти две ссылки, что я вам дал, это удочка. Зайдите, не поленитесь, вы легко научитесь, скажем так, все это делать. И у вас никогда не будет больше возникать вопрос, а где это взять, вот. Кто бы мне это дал. Создайте себе текстовый файл, который вы можете просто записывать адреса этих ссылок на YouTube и подписывать справа, там, это ссылка там на то-то и так далее. И вплоть до того, что, посмотрев вебинар, который, в принципе, он там длился у нас 20-25 минут, как скачивать ролики и так далее, вы будете иметь все эти ролики на своем компьютере. Ссылки в интернете – это одно, но у вас может не быть интернета, например, да? Вот, зато они будут у вас на планшете либо на компьютере. Так, да, вот тут написал Алекс, на канале вебинаров все есть. Ну, в принципе, я смотрю, что больше никаких вопросов как бы и нет у вас, да, то есть я надеюсь, что информацию донес просто, понятно. Вот. Нравится ли вам такой формат? Вот хочу сейчас задать вопрос. Если нравится, просто поставьте плюсики. Если не нравится, можете поставить минус. Будем думать, скажем так, ломать голову над тем, как вам донести это. Хотя, вы знаете, у меня как бы нет цели такой, чтобы вот эта информация была там прям завернута в конфетку. Презентация – это презентация. На ней дается первичная информация, простая, после которой у человека есть два пути. Первый из них – сказать, все это фигня, я не хочу вообще об этом слышать. И второе – это, слушай, интересно, я этого не знал, давай-ка разберемся как. Да? Вот. И дальше начинается целая череда. То есть ролик какой-то дали посмотреть, свели этого человека со своим наставником вышестоящим, который объяснил ему доходчиво, что из себя представляет наша технология. Пригласили его на следующую презентацию и так далее, и так далее. Пригласили его на живую презентацию, которая в вашем городе. И после, короче, пройдя там 2-3 этапа, человек убеждается, что это, во-первых, социальное подтверждение, он не один, который интересуется технологией, есть еще люди, которым это тоже интересно, и он может включиться в нашу с вами деятельность. Стать вашим партнером, стать инвестором, скажем так, и быть потом вот так вот вам благодарным за то, что вы его сюда пригласили. Поэтому не ломайте голову над тем, надо ли это людям, да? Задавайте людям правильные вопросы, просто слушайте, что их в жизни беспокоит и волнует.
И по сути дела, участие в нашем проекте в большинстве случаев это ответ на эти вопросы. Вот таким вот образом. Сергей, вот вы сейчас задали мне вопрос. Видео, которое показывалось в начале вебинара, вы найдете на канале Skyway Capital, вот первую ссылку, которую я дал, да? Вы ее нажимаете и просто там видео нажимаете на этом канале и пролистываете, и находите там немеренное количество видео. И по этот первый заместитель, и министр экономики там на этой выставке, и много-много чего еще. И с Инотранса там немеренное количество видео. Просто пройдите, не поленитесь. Вот. Это не, там не надо регистрироваться. Вы по ссылке заходите, и вы просто находите тот ролик, который вам нужен. Нажимаете на эту, скажем так, картинку, там подписано все, да, это вот об этом, это об этом. У вас на экране открывается ролик. Вы берете, копируете адресную строку себе в текстовый файл, и у вас появляется ссылка на этот ролик. Вот таким вот образом. И либо вы посмотрите те два мероприятия в записи на канале Skyway Webinars. Это мероприятие за прошлую среду и за прошлую пятницу, где можно посмотреть, да, как скачать себе на компьютер те ролики, которые выложены у нас на YouTube. Все очень просто. Вы делаете три там простых движения, и у вас в папке загрузки либо download появляется ролик. Знаете, я перед вебинаром просто ставил три ролика, поэтому мне очень трудно ответить сейчас вам, Сергей, какой именно вас заинтересовал. Вот. Если вас заинтересовал ролик, касаемый полигонов в подмосковном городе Озера, или что именно? Ну давайте, раз уж вы по-другому никак не хотите сами искать. Вот ссылка про полигон в Озерах. Или какой вас больше интересует ролик? Кофе-пауза. Вы имеете ролик, который касается компании Skyway Capital, что ли? Он прямо у нас на этом, на канале, вот вы заходите, вот нажимаете ссылку, что я вам дал. И первое, что вы видите, это презентация Skyway Capital, то, что я показываю вам в презентации. Ну, будьте же вы все-таки немножко... Это ж так просто. Вот этот ролик, что ли? Всегда хочется, чтобы люди действительно один раз прошли по пути простому, сделали простое действие, закрепили его на практике, и потом вот, вот таких вопросов не возникало. Никого не хочу обидеть. Вот вам я ролик этот дал, вот этот презентационный. Ну, в принципе, а на этом у меня все, коллеги. Спасибо вам за внимание, спасибо за то, что написали, что понравился вебинар. Всегда рад с вами общаться. В среду у нас еще раз будет презентация, да, то есть она будет у нас в 17 часов. Вот, завтра у нас в 18 будет мероприятие под названием «Маркетинг-план». Поэтому приходите, будем общаться, будем вместе развиваться.